Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофе Алекс Фокс, и сегодня мы будем открывать кейсы в CSGO. Эй, йоу, друзья! И, ребятки, сегодня у нас присутствует один дорогой гость. Это не Саня, не удивляйтесь, да? Это сувенирный набор ESL One Cologne 2014 года Cobblestone. Вот, и, ребята, как вы видите, в этом кейсе содержится у нас АВП История о Драконе. И, как вы знаете, каждый кейс, в котором лежит Драгонор, это дорогой кейс. Поэтому давайте-ка сейчас поставьте ролик на паузу и предположите в комментариях, сколько же он стоит. Вот, и вот прям паузу сделайте такую небольшую, да? И мы вот через 3 секунды вам скажем, сколько он стоит. Вот, Саня, как ты думаешь, сколько он стоит? Ну, 10 тысяч. Нет, это больше стоит, Саня. Этот кейс стоит 14 тысяч рублей. Офигеть. 14 тысяч рублей, ребятки, для такого кейса это реально очень-очень дорого. А представь, вот, нам история о драконе выпадет, либо рыцарь. Да, Саня, это только в мечтах, наверное. Мы, конечно, сегодня попытаемся полетело, это сделать, да. Но, ребят, это будет, мне кажется, вообще капец как нереально. Потому что лично никогда мы что в крафтах, что в контрактах, там, что в кейсах, мы ни разу не выбивали драгонор. Вот, поэтому как бы... Да ну на. Что? Сань, ты это видел? Это уже третий. Что это было такое, Саня? Третий раз пролетает. Как это так вообще? Что? Саня! Офигеть! Это... Представь, там выпадут они, это будет жесть. Так, подожди, а мы открывали вообще, по-моему, там вообще нож пролетел, по идее, нет? Не, мы перчаточный кейс открывали. Ну, блин, ну как так вообще возможно-то, а? Я, кстати, знаешь, какой раз... Отлично, да ну, отлично, пламя дракон, ребятки, нам выпало прекрасно, просто уже мне нравится начало нашей сегодняшней серии. Слушай, Санек, это прям реально мне очень нравится. Круто. Нам и нож пролетел, и тайное выпало, да, и сегодня у нас кейс за 14 тысяч рублей, это прям реально, ребята, дорогая и очень эпичная серия получается, вот. Пока все идет прям очень 50% круто. 50% надо купить, хотя бы 50%. 50%, больше, опять что-то красный. Два раза что-то. Саня, а ты заметил, знаешь, Саня, что в последнее время очень часто стало пролетать, во-первых, красное, да? И вообще, в принципе, дофига дорогого стало пролетать, ну, вот прям. Но это означает, что может выпасть либо перчатки, либо нож. Либо нож, но нам уже нож пролетел сегодня, или перчатки пролетели, ребят, я уже, честно говоря, не помню. Представь, там выпадет, это же будет круто. Ну, это будет круто, ребят, это будет очень-очень круто, но то, что уже пролетел, как бы, это уже... А вот трек тебе. Это обидно, потому что, как бы, сколько раз мимо нас пролетали ножи, пролетали перчатки, это, этих моментов было очень-очень много. Помнишь, ну, конечно, больше. Две пары перчат. О-о-о, ауксидмит. Так, сколько, какого качества, я думаю, качество. После полевых испытаний, ну, недорого стоит, там, рублей, наверное, 200. Вот, так. Ну, то мне нравится эта серия самому почему-то. Мне тоже, Сань, понимаешь, как бы. Вот, смотри, у нас пролетело просто, вот, смотри, нож пролетел, не выпал, но все равно меня это лично так зарядило эмоциями, понимаешь, как бы, поэтому... Ты Габена подкупил или что? Я не знаю, Санек, что происходит, как бы, но это очень круто. Это очень круто. Ножика не хватает и все. Реально, слушай, смотри, ножика не хватает. Смотри, синевую мы сегодня выбили, да? А, фиолочку мы сегодня выбили. Розовую выбили. Даже тайно выбили. Осталось только выбить нож и все. Синьку мы выбили. И драгонор из кейса, да, как бы, Сань? И драгонор из кейса, и все было бы просто прекрасно. Это был бы лучший день. Это был, да. В этом самый лучший день. Заходил вчера. Так, ну, мы продолжаем открывать кейсы. И P2000 дерн. Нет. Ой, конечно, ребята, вот посмотрите на предыдущую серию. Посмотрите, как много здесь синевы. Посмотрите, как много здесь синевы. Вот эта вот синева уже начинает реально мозолить глаз. А что ты хочешь, это КС? Ну, это понятно. Конечно, будете выпадать синька. Ну, это понятное дело. Ой, стой, ну куда ты? Ну, ты чё? Ой, Саня. Так, у нас осталось 6 кейсов, у нас осталось 3 операции Дикое Пламя, 1 перчаточный и 2 гамма второй коллекции. Вот, и давай, Сань, просто так, знаешь, завангуем так. Вот из какой коллекции на выпадет еще что-то хорошее? Вот как ты думаешь? С перчаточного, я думаю. Я думаю лично, что из гамма второго что-то хорошее должно быть. Давай, перчаточный, сейчас проверим мою теорию. Давай, Сань. Сейчас проверим все твои навыки в Анге. Ну, слушай, ну, это не синего, а? Сейчас бы вся посередине постановилась, ничего бы не выпало, а? Прикинь, реально. Прямо с завода. Черный экран. Но смотри, я лично думаю, что выпадет нам что-то хорошее из Дикого Пламя. Поэтому... Да, давай посмотрим сейчас. Поэтому смотри, у нас есть две попытки что-то крутое выбить. У тебя два шанса было, у меня один шанс был. Вот тебе синька, здрасте. Вот остался один шанс, как сам понимаешь, да? И смотри. Последний шанс. Последний шанс что-то выбить отсюда крутое. И смотри, сейчас просто нож. Нож Боуи. Кстати, смотри, ну, Санек, ну, как вы видишь, да? Давай, ничья, смотри. Ничья, давай вот сейчас сыграем. Смотри, вот сейчас просто решающий раунд, да? У нас есть два гамма-2. И кому из них выпадает дроп на большую сумму, тот и выигрывает из нас. Сейчас, давай.
Это твой кейс, это, да, это мой кейс, да, это мой кейс. И сейчас выпадает синева, смотри, отвечаю. О, синева, здорово. Ну, Сань, давай, последний кейс, выбирай, как бы, ну, ключ мы, понятно, делаем. Какой я кейс? Я Каблстоун хочу открыть. Нет, давай, какой кейс, Саня, какой давай кейс? Второй. Второй, давай. Давай, не подведи меня. Кейсик, не подведи меня. Да ты серьезно, что я ли? Я выиграл. Ясно, Саня, понятно, понятно. Глок 18, ласка. В общем, ребята, ну, с кейсами, как бы, мы сегодня закончили, и теперь мы приходим к самому ой дорогому. Просто, ребята, этот самый дорогой кейс, помимо капсул, которая был на торговой площадке. Он стоит там вообще цена, на самом деле, бывает разная. Бывает и 14, бывает и 20 тысяч рублей. Вот, поэтому нам даже сегодня повезло, что мы его купили по такой дешевой цене, относительно, ну, там, сравнивая с 20 тысяч рублями. Вот, ну что, Сань, ты готов открывать этот кейс? Я не готов. Я очень сильно хочу... ПВП историю дракони. Вот а гей. Кто не хочет ее? Вот это гей. Просто услышь меня. Вот прислушайся к моим словам. Я очень сильно давай, хочу нажимай. АВП история дракони. Ребятки, прежде чем мы начнем на кнопку открыть набор, поставьте сегодня, пожалуйста, лайк. Потому что мы реально очень много денег сегодня потратили на эту серию, чтобы просто показать вам, что представляет себя этот кейс. И чтобы показать вам, как можно просрать быстренько 15 тысяч рублей. Даже больше. Все, ребят, мы открываем, и в итоге мы получаем... Отмени. Саня, понимаешь, это была самая просто бессмысленная, наверное, покупка. Сувенирный МАК-10 Индиго, что? Сколько? Я даже наклейки дорогие. Я даже не хочу смотреть, сколько он стоит. Саня, это... Давай это смотреть, настолько... давай посмотрим. Да ты понимаешь, какие наклейки, они... Ну вот, блин, ну смотри, Саня. 19 рублей. 19 рублей и 14 тысяч рублей, ребята. Сравните эти две цифры. Просто как? Просто как? Карл. Ребят, это что-то просто, ну не знаю, не. Это заслуживает лайка, ребят. Это просто поставьте сегодня лайк и все. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. На нашем балансе сегодня 3697 рублей. И, ребятки, знаете, в чем прикол? Мы уже второй раз пытаемся открыть, пытаемся выбить что-то крутое. У нас не получается. У нас тупо не получается. Мы, смотрите, все с чего начиналось. Вот, давайте еще загрузим предметы. Начиналось все вот с этого. Вот. Мы начинали, мы открыли вот где-то вот этим все закончилось, по-моему, у нас, и все. Мы ушли в дичайший минус. Мы закинули снова денег. Мы ушли в минус снова, снова и снова. Мы где-то задонатили, наверное, уже 6 тысяч рублей, и мы до сих пор не можем ничего крутого такого дорогого выбить. Но мы не унываем, мы я продолжаем уверен, и... Давай, да, ВП. И знаете, ребят, когда мы записывали в прошлый раз, тут было такое, что вы прям не поверите, серьезно. В общем, какой-то рандомный чувак зашел и начал открывать кейсы. О-о-о. Сначала он открыл кейс Максима Филиппина, да, потом ему там повезло. Нет, он сначала открыл кейс Лехи, да, вот, ему там повезло. Кому-то нож выпал. Вот, да, кстати, кому-то выпал нож, но он ушел в минус, да, потому... Да, да. А, вот, это тот самый чел, ребятки, вот, это тот самый чувак, смотрите, в чем прикол. Он зашел на сайт, то есть, когда мы его открывали профиль, у него было открыто вот только вот одна строка, вот это и все. То есть, он только же зашел, он открыл сначала кейс Лехи, ему там как бы он, ну, не окупился. Вот, до этого он открыл мой кейс, там тоже не купился. Потом открыл кейс Максима, и там он уже окупился, причем конкретно. Потом вот, открыл тайны, я тоже потом окупился. Он открыл тайны, причем там он окупился в раз 10. Потом о, Сань, смотри. Кейс. Потом он открыл ножевой кейс, и ему оттуда выпал керамбит волны. Вы просто посмотрите. И, видимо, он вошел в азарт. Да, он начал продал открывать кейсы дальше. Все пошло не по планам. В общем, и смотри, опять ему выпало. В общем, ребятки, все. Мы начинаем открывать. Мы уже открыли, конечно же, одно ВП. Нам уже повезло. Вот, это, конечно, сейчас, круто. Сейчас, я скажу, я так и знал. По-любому скажу. Смотри. Смотришь? Да смотри, вся он лента в его пошел, ножах вообще. Просто какой же он азартный человек вообще, а? Так, 45 рублей, хорошо, хорошо, хорошо. На самом деле ничего хорошего. Так, какие ладно, Сань, давай. Косарик, будем... открыть там кейс, да я купиться. А давай чисто по такой же тактике будем открывать. То есть смотри, там все начиналось с моего кейса. И мы сейчас должны увидеть пушку где-то на 250 рублей. Что-то типа того, да? Какие сейчас получится истории? Нет. Так, смотри, Сань, сколько? Смотри, подожди. 250 так, рублей, нормально. Санек, смотри, первое да, уже так пошло. Так, потом мы должны стакса открыть, да, кейс Лёхи. Там нам должна выпасть пушка за рублей 200. Давай, дай за 200. Давай сейчас посмотрим. Так, смотри, кому-то ВМ-ку еще выпало. Да ну... Что? Что, прости? Что, простите? Лёха, спасибо. Что? Подожди.
Саня? Что? Давай кейс-телекин. Что за фигня, Саня, происходит? У нас какая-то карма что-то. Понимаете, мы до этого открыли где-то кейсов, наверное, ну много на сайте, да? И нам не повезло. Сейчас мы, бац, вообще из обычных кейсов у нас никогда не выпадало что-то подобное. Давай тайное. Я реально не ожидал. Так, теперь тайное, ребят, смотрите. Теперь мы открываем тайное. Сейчас нам должен выпасть огненный змей, по идее. Сейчас нам должен выпасть огненный змей. После огненного змея нам выпадает нож. Волны. Смотри, Сань. Ну, да. Ну, это почти. Что, это, простите? Это... Подожди, стопэ. Что? Сколько нам стоит хватает? Нож стоит 3600. Мы продаем ВП, у нас 4200. Нам хватает. 4200. Нам хватает. На Саня. Нож. Сань, ну ты понял, да, что мы сейчас будем делать? Да, я понял, ребят, что ты хочешь сделать. Это очень понял. Как-то быстро у нас получилось. Это прям я капец понял, был здоровый. Тебя. Ребят, я... Это вообще необъяснимо. Это... Мы... Как вообще? Сейчас, ну, хотя, знаете... Не, хотя, знаете, мы вы что, прийти к этому, мы открыли реально... Вот, смотрите, о, мы открыли... Вот. Вот мы вот это все открыли, да, чтобы дойти вот до этого. Поэтому, как бы, мы потратили больше пока что, чем задонатили. Вот, поэтому нам нужно сейчас окупиться с ножа. Сейчас нам бомбы. Честно говоря, я вспоминаю того чувака, который сейчас только много кейсов открывал, да, и... Как-то обидно. Пыльник, сколько он стоит? Блин, серьезно, что ли? Давай тайны. Подожди, давай будем открывать тайны. Возможно, есть, ребятки, такой шанс на то, что мы сейчас выберем что-нибудь дорогое. И откроем еще раз нож. И попробуем еще раз нож открыть, я не знаю. Олег, ты напоминаешь того пацана, который открывает ножевой кейс. Так, смотри, аквамариновая месть, отлично. Мы уходим в минус, блин. Давай еще раз. Надо верить в чудеса, Олег. Давай, давай, случайная тайна, не подведи нас, не подведи. Так, кровь, отлично. Штуки, это да, хорошо. Против? Нет, 1200. Я думал, 3, ну, так, пока что мы уходим в плюс. Правда, небольшой, но плюс все же есть. Все равно плюс. Давай, сейчас должно повезти. Отлично. Отлично. Продаем. Но нам все равно не хватает. Блин, ребят, нам осталось совсем чуть-чуть. Кстати, видишь, знаешь, почему нам второй раз, скорее всего, Кихабара выпал? Потому что мы ее ж не приняли, да? И она осталась там на какой-то очереди. Да. Там на боте. Не повезло. Блин, не повезло. Да, ладно, давай еще мы, раз. Мы, ребятки, не сдаемся, мы не сдаемся. Мы в азарте, Олег, ты понимаешь? Мы в азарте. Давай, ВП со трека, Зима, все фигня. Да ну нахуй! Саня! Подожди! Что? Не продавай, ты дурак! Да давай уже ножевой откроем! У меня есть тотрек нужней, давай! Ты даже два ножа можешь пойти. Да, давай! Даже. Давай, не какой у нас баланс просто? Что? Что, ребята, сегодня просто происходит? Что происходит? Я не понимаю. Что там у подписчику повезло? Что как бы нам везет? Подожди, сколько стоит? Сколько? Блин, так, ладно. Мы не сдаемся. Мы пробуем открыть еще раз. Надо только их будет продать. Мы их продали, отлично, все. Да ну нахрен. Давай, Саня, Саня, ты веришь в нас, ты веришь? Да! Мы... Я думал, они я стоят тоже дороже, думал но мы... дороже. Давай. Не хватает. Давай. Давай продадим. Давай продадим, Сань. Мне кажется, стоит продать. Думаешь? Давай. Да, думаю, да. Думаю, да, Сань. Охренеть. Давай, блин, господи, какой же азарт! Капец, вообще! Сколько стоит еще раз нашего кейс? 6990. Давай, ну, 7 тысяч. Так, сколько он стоит? Да ну! И второй раз можем открыть, Саня, второй раз хватает! Ну это тоже я заберу. Нет, Сань, вот зажал, давай. Жматяра еще тот, ясно, я тебя понял. Фальш, он сколько он стоит, сколько? Я его забираю. 5700. Короче, ребят, мы этот нож забираем, и мы его разыгрываем. Все, погнали, примем это все. Вот мы и приняли наши дорогие, супер-мега-крутые наши ребятки, и давайте просто взглянем на них. Штык-нож, ручная роспись, прямо с завода, которая стоила 13 тысяч рублей. Выглядит какой просто он бесподобно. Красивый. Да, выглядит очень круто. И фальш, он убийство прямо с завода, выглядит тоже мега-круто. Вот, очень классно переливается вот так вот, ребятки, очень реально красивый нож. И именно его мы и будем разыгрывать сегодня. Чтобы принять участие, ребятки, вам достаточно прочитать все условия этого конкурса, которое будет написано в описании, потом перейти в группу и выполнить там все эти условия, которые были написаны в описании. Все, ребятки, еще раз подробно будет написано в описании под этим все видео. В описании, ребят. Вот, да, не забывайте подписываться на наш канал, оставить много лайков. И, ребятки, с вами были, как всегда, Кофе и Алекс Фокс, и всем пока-пока. Покусики, ребят.